Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать об индустриализации. Вообще, когда речь заходит об индустриализации, обычно начинается рассказ с тезиса о том, что Советский Союз был отстал в промышленном отношении страной к концу 20-х годов, что он далеко отстал от передовых развитых стран мира, и отсюда начинается индустриализация. Я бы начал чуть раньше. Вообще мысль о необходимости индустриализации, то есть необходимости какого-то быстрого, скачкообразного развития тяжелой, прежде всего, промышленности, появилась гораздо раньше. Еще Сергей Юльевич Витте в конце 19 века, который был министром финансов, имя которого связано обычно с золотым рублем, об этом говорил. Он говорил о том, что необходима вот такая индустриализация скачкообразная, чтобы в течение нескольких лет, может быть, десятилетия, резко увеличить промышленный потенциал страны. Потому что он понимал, что темпы развития России недостаточны, вот те, которые были в его время. Нельзя переоценивать степень технической отсталости Советского Союза. Конечно, по сравнению с Турцией или по сравнению с Китаем тогдашним, Советский Союз в 20-е годы был сравнительно неплохо развитой страной. И дореволюционная Россия выпускала и автомобили, и самолеты, и строила дредноуты. Кстати, замечу, что ни одного дредноута, ни одного линейного корабля в советское время так и не было построено, несмотря на индустриализацию. То есть нельзя здесь передергивать, а противники, так сказать, советской индустриализации довольно часто говорят о том, что ну что же, так сказать, в царское время все равно все было, большевики немножко там доделали и выдали это за свою заслугу. Нет, действительно были определенные отрасли, в которых Россия имела успехи, но проблемой было не то, чтобы сделать один, там, 10 или даже 100 автомобильных моторов. Это Россия могла дореволюционная. Проблема была в наличии массового производства. И вот эта вот проблема и встала со всей остротой в Первую мировую войну. Потому что Первая мировая война, война нового типа, когда вся промышленность воюющих стран была брошена на производство вооружения и боеприпасов, и выяснилось, что Германия, Франция, Англия могут выпускать достаточно много вооружения и боеприпасов, потому что у них есть много заводов, там, металлических заводов, там, химических заводов, электротехнических заводов и так далее. В России было мало заводов, поэтому Россия, конечно, выпускала почти всю номенклатуру вооружений, которые были в то время известны, но она выпускала их в недостаточном количестве. Но достаточно сказать, что авиастроение в России дореволюционно существовало, конечно, но большая часть моторов, которые ставились на самолеты, были импортными. А в России собирался только каркас из деревянных реек и полотна, вот, в который ставился мотор, и, собственно, это и был самолет. В России практически не было электротехнической промышленности, то есть телефонный кабель, телефоны, телеграфные аппараты почти все ввозились из-за границы. В России практически не было химической промышленности, и это со всей остротой в Первую мировую войну вопрос об этом стал, потому что химическое оружие появилось в Первую мировую войну, а делать его было не на чем. Гражданская война отбросила еще дальше нашу страну, и когда в 1926-1927 году было констатировано, что мы вышли на уровень 1913 года промышленного производства, но ведь за эти 13 лет другие страны ушли вперед, те же Соединенные Штаты гораздо дальше ушли вперед. То есть действительно положение было не совсем катастрофическим с промышленностью, но было действительно очень плохим. И необходимо было решить несколько задач одновременно. Проблема была в том, чтобы решить их в комплексе. Во-первых, нужно было построить тяжелую промышленность, которая бы выпускала современные машины. В первую очередь речь шла о тракторах, потому что тракторы могли пойти в сельское хозяйство и улучшить агрикультуру. Кроме того, тракторы могли высвободить значительное количество рабочих рук из сельского хозяйства. Но по подсчетам современных исследователей, один трактор, скажем, в рисоводческих районах, он освобождает примерно 100 человек, которые вручную сажают рис. Но в России, конечно, в Советском Союзе риса-то не очень много выращивалось, но если брать пшеницу или рожь, то уж человек 30-50 один трактор точно высвобождал. Значит, возникал вопрос, куда девать эти лишние рабочие руки? То есть нужно было не просто построить какое-то количество заводов для выпуска, скажем, тракторов. Нужно было создать промышленность, которая могла бы поглотить все излишние рабочие руки из сельского хозяйства, чтобы у нас не возникло
обнищание сельского населения, безработица массовое население и тому подобных нехороших примеров. Вообще эта проблема, она гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это настоящий заколдованный круг. Потому что каждый новый трактор выталкивает новые десятки людей из сельского хозяйства, а промышленность растет недостаточно быстро, чтобы им дать работу. Вот современный Китай или Индия вплотную столкнулись с этой проблемой. Они сейчас пытаются решать ее путем создания предприятий в сельской местности. Причем предприятия, основанных на ручном труде, низкооплачиваемых. Потому что эти предприятия способны поглотить много рабочих рук, которые высвобождаются из-за механизации сельского хозяйства. И по мысли современных китайских или индийских экономистов, вот эта проблема лишних рабочих рук является одним из главных сковывающих факторов для индустриализации, для экономического развития современного Китая или Индии. То есть невозможно внедрять технику, потому что это породит массовую безработицу. Вот. И из этой проблемы Совет Союз вышел. Вот это надо сразу же сказать, что эта проблема была решена во время индустриализации. И можно просто... Советский Союз вообще не столкнулся с этой проблемой даже. Так была организована индустриализация. Ну, для нас сейчас это, может быть, покажется, так сказать, немножко каким-то странным сейчас. Но вот проблема недостатка рабочих рук и демографического спада везде у нас на каждом шагу обсуждается. Но в начале 30-х годов мы могли столкнуться с ситуацией крайнего переизбытка рабочих рук. То есть нужно было сразу построить очень большую промышленность, которую поглотило много рабочих рук. Индустриализация, значит, дальше проблема возникала, где взять деньги на то, чтобы построить большую промышленность. Потому что, ну, понятно, там кирпич можно было сделать у себя, там землекопов можно было нанять, это естественно. Но станки, машины, технологии нужно было приобрести. В России практически не производила дореволюционные металлорежущие станки. Они почти все закупались в Германии или в Англии. Россия не производила целый ряд видов оборудования, необходимого для развития промышленности. И все это нужно было купить за валюту. То есть нужно было что-то продать. Как говорил Кот Матроскин, чтобы купить что-нибудь нужное, нужно продать что-нибудь ненужное. То есть нужно было найти еще довольно много товаров, которые нужно было продать, чтобы купить станки и машины, и технологии. Технологий тоже не было. Значит, дальше нужно было перестроить уклад жизни десятков миллионов людей. То есть нужно было, чтобы десятки миллионов людей ушли из деревни, пришли не просто в город, а пришли на пустое место, где будет построен город через несколько лет. Но кто-то, может, пришел бы в город, но в городе тогда нужно было вести жилищное строительство массовое, потому что индустриализация означала резкое изменение пропорций между городским и сельским населением. То есть нужно было решать проблемы в городе, массовое строительство, увеличение площади городов. Проблему транспорта нужно было решать. И строить... У нас была масса городов, где не было трамвая даже. Не было вообще никакого общественного транспорта, потому что в этом маленьком городке человек пешком доходил до любого места. То есть нужно было... А если речь шла о строительстве индустриальных городов вокруг крупных комплексов индустриальных, нужно было решать проблему транспортную. Опять же, нужны были деньги для того, чтобы строить трамваи, там, строить метро, приобретать технологии и так далее. То есть ситуация грозила вылиться в заколдованный круг. И ключом к этому заколдованному кругу были средства, где их найти. Вероятно, в конце концов, ситуация была решена таким образом. Значительная часть средств была найдена в ходе коллективизации. За счет того, что после коллективизации у крестьян стало можно брать больше зерна, больше продукции в обмен на меньшее количество денег или товаров для того, чтобы иметь задел для коллективизации. Это был не эквивалентный обмен. Конечно, это был удар по крестьянству, но зато в результате, когда была создана промышленность, крестьянство получило взамен достаточно мощную технику и достаточно много этой техники. То есть уже к концу 30-х годов на большей части территории Советского Союза плуг, саха, пахота на лошади ушли в прошлое. И так стали обрабатывать только огороды, а поля уже вспахивались в основном тракторами. И это означало настоящую революцию в сельском хозяйстве. Но, кроме того, кризис, мировой экономический кризис конца 20-х годов наложился на нашу индустриализацию. Кризис этот оказал двоякое влияние. С одной стороны, он вроде бы помог Советскому Союзу, потому что в условиях кризиса западные производители, особенно немецкие, были поставлены на грань разорения. И можно было в Германии, в Соединенных Штатах
покупать технологии, машины, патенты за не очень большие деньги. Ну, по меркам, конечно, так сказать, того, сколько это стоило в 20-е годы. И самое главное, покупать свободно. Потому что до этого, когда кризиса не было, ни за какие деньги Советскому Союзу не хотели продавать целый ряд технологий, оборудования там, и так далее. Теперь, особенно в Германии, советские представители являлись как ангелы-спасители в дирекции многих немецких концернов и помогали им просто выжить. В Соединенных Штатах дело доходило до того, что американские фирмы организовывали контрабандный вывоз своей продукции в Советский Союз в обход запрещения американского правительства. Ну, так, например, был вывезен прототип танка «Кристи». Это будущий танк БТ, положивший начало семейству БТ, потом Т-34 стал таким внуком этой конструкции. В общем, прототип этого танка был вывезен из Соединенных Штатов контрабандой под видом трактора. Потому что это нарушало американские законы, но как бы, конструктор на это пошел, потому что ему очень нужны были деньги. И его оформили как трактор. Ну, кому уж, какие там взятки дали, это остается за кадром. Довольно много разговоров вокруг индустриализации и поиска для нее денег связано с продажей художественных ценностей за границу. Действительно, в это время было продано несколько шедевров из Эрмитажа, из других музеев страны. Это очень печальный факт. Но надо и продано за небольшие деньги, потому что антикварный рынок того времени совершенно другими суммами оперировал, чем современный. Но надо иметь в виду, что это была скорее не продажа этих ценностей, это была форма взятки. Вот известно, что наиболее крупная часть шедевров Эрмитажа ушла к американскому министру финансов Меллону, который лоббировал советские интересы в плане закупок технологий, оборудования, станков и так далее. Но, правда, он плохо кончил, потому что его вывели на чистую воду, и он вынужден был, спасаясь от тюрьмы, подарить эту коллекцию американскому государству, которую он собрал вот, благодаря своей деятельности в помощь Советскому Союзу. То же самое относится к Арманду Хаммеру, который был одним из посредников в деятельности экономической Советского Союза. То есть вот эти предметы искусства послужили такой смазкой для того, чтобы наладить экономические контакты с Соединенными Штатами. И надо четко представлять себе, что практически все продукция, которую выпускал Советский Союз, начал выпускать в первую пятилетку, это была лицензионная продукция. Зачастую это была продукция того, что сейчас называется отверточная сборка, когда в Советский Союз приходили детали американских автомобилей, их собирали и выпускали как советские автомобили. Затем стали выпускать. Но обычный путь развития развивающейся экономики. Сначала отверточная сборка, потом производство отдельных деталей, потом производство копий каких-то зарекомендовавших себя агрегатов и, наконец, самостоятельные разработки. Вот этот путь советская промышленность прошла за 30-е годы. От копирования, от отверточной сборки к самостоятельным конструкциям. В общем, прошла она этот путь достаточно быстро. Ну, скажем, современный Китай, он этот путь проходит значительно медленнее. Потому что Советскому Союзу потребовалось 10 лет для того, чтобы начать выпускать достаточно приличные машины и станки и оборудование Китаю, требуется больше для этого времени. Не надо преувеличивать степень качества того, что производилось в Советском Союзе в 30-е годы. То есть, конечно, в пропагандистских целях качество этой продукции значительно преувеличивалось. В действительности она была далеко не такая качественная, хотелось бы. Но по сравнению, скажем, с американской или английской продукцией. Ну, правда, видите, было несколько забавных историй, которые отражали разные стороны индустриализации. Скажем, в Великобритании был создан очень хороший в начале 30-х годов двигатель под названием «Мерлин». Ну, его назвали именем волшебника, именно потому что он был очень хороший авиационный двигатель. Очень мощный, очень легкий. Его тут же купили лицензии на него все. США, Япония, Германия, Советский Союз, Франция. И стали пытаться наладить его производство. И никто, даже немцы и американцы, не смогли повторить английский двигатель. То есть не смогли добиться той же мощности при той же массе. Потому что собирали английский двигатель слесари-сборщики с 20-25-летним опытом. Которых нигде, даже в Штатах, даже в Германии не было. Ну, что же говорить о советских рабочих, которые только что пришли от Сахи в большинстве своем, которые в лучшем случае закончили курсы в несколько месяцев при заводе или прямо у станка овладевали своей специальностью. Конечно, повторять такие шедевры техники было практически невозможно. Но то, что у нас наладили производство достаточно приличной техники, это было фактом.
Другое дело, что вплоть до 40-х годов часть этой техники это были лицензионные, лицензионная продукция, ну, в явном или скрытом виде, так скажем. То есть где-то говорили о том, что лицензионная продукция, где-то этот факт скрывали. Но, скажем, наши авиационные двигатели, на которых почти всю войну пролетала наша авиация, были в основном лицензионными американскими моторами. Вот. Но, тем не менее, это были реальные двигатели, реальные машины, реальные станки. И самое главное, что было сделано в первую пятилетку, это были созданы принципиально новые отрасли, которых у нас до этого не было. Как говорил Сталин в 1934 году, у нас не было автомобилестроения, теперь оно у нас есть. У нас не было станкостроения, теперь оно у нас есть. У нас не было химической промышленности, теперь она у нас есть. У нас не было электротехнической промышленности, теперь она у нас есть. И заложенные в первую пятилетку вот эти вот фундамент, он потом позволил развиваться нашей промышленности. Значит, ну вот я говорил о влиянии кризиса положительном, но было и влияние кризиса отрицательное. Мировой экономический кризис привел к падению цен на сырье, а Советский Союз мог продавать только сырье. Практически в это время нефть, скажем, никого не интересовала. Ну, пушнина интересовала, но она занимала достаточно узкий сектор нашего экспорта. Основной статьей нашего экспорта в это время продолжало оставаться зерно. Точно как это было в 70-е, 80-е, 90-е годы 20 века и в первые десятилетия 19 века и в первые десятилетия 20 века. И Советский Союз, пользуясь кризисом, ну, было грех не воспользоваться, так сказать, нужно было купить как можно больше. Ведь нужно было вывести как можно больше зерна. А это означало еще один повод давить на крестьянство, которое было только что коллективизировано. Это был, возможно, не лучший выход, так сказать, если говорить об этом абстрактно, вот, в безвоздушном пространстве. Но, видимо, никакого другого выхода из заколдованного круга, о котором я говорил, и не было. Более того, в первую пятилетку было закуплено много оборудования, которое было пущено в ход только во время второй пятилетки. Там известно из документов, что довольно много оборудования лежало на складах, а кое-где и просто в ящиках под открытым небом, дожидаясь по нескольку лет, когда будут построены заводы под это оборудование. Но, когда кризис прошел в Европе, конъюнктура изменилась. С 1935 года начался экономический рост, и в целом ряде европейских стран, и Советскому Союзу перестали вообще продавать новую технику, новые технологии. С этим столкнулись в отношениях с Соединенными Штатами, в первую очередь, когда уже во второй половине 30-х годов американское правительство начинает достаточно систематически запрещать вывоз в Советский Союз тех или иных технологий. И американские фирмы, конъюнктура для которых улучшилась, перестали помогать Советскому Союзу обходить собственные, так сказать, таможенные барьеры и рисковать собой вот, по отношению к американскому государству. Действительно, если бы этот уникальный шанс не был реализован, не был, им не воспользовались бы, то ситуация, в которую попала бы наша страна, могла бы быть совершенно другой. А о последствиях индустриализации я скажу так, ну, почти что одной фразой. Фашистская Германия в 1941 году обладала ресурсами сырья, станков, обученной рабочей силы в 3-5 раз большими, чем Советский Союз. По разным отраслям там можно пройтись. Где в 3, где в 4, где в 5 раз. Было больше у немцев там станков, оборудования, электроэнергии, стали, нефти. Ну, по нефти там единственное, вот чуть-чуть там было хуже у немцев. Там было не намного больше нефти, чем у Советского Союза. Но при этом к концу войны Советский Союз смог произвести танков и самолетов в 2 раза больше, чем фашистская Германия. Почему? Потому что те небольшие ресурсы, которые у него были, были хорошо использованы. А для использования их небольших ресурсов база была заложена еще в 30-е годы. И если бы эта база не была заложена, и если бы советское руководство экономикой советской было бы менее грамотным, менее профессиональным, менее дальновидным, то результат Великой Отечественной войны нетрудно было бы предсказать. То есть я даже не буду здесь говорить там фразу, что, так сказать, неизвестно, что было бы. Понятно, что было бы. Красная армия и так удержалась на грани пропасти в 1941 году. И если бы ресурс советской промышленности был меньше, то эта Красная армия оказалась бы и за гранью этой пропасти. Индустриализация 30-х годов обеспечила победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Уже одного этого следствия было бы достаточно для того, чтобы, ну, оправдать это событие, если оно вообще нуждается в каких-то
оправданиях.